И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Tamagotchi с модом на Маке. Собственно, как вы видите по названию, вы знаете уже, кого мы будем бить и, собственно, что делать. Этого босса можно случайно встретить, а можно заспавнить. И заспавнить, чтобы его заспавнить, нам пришлось завалить немало количество мегапитеков. И суть в том, что именно мегапитеков и нужно валить. Вот, тогда он начинает спавниться. Сейчас, думаю, будет звук нехороший, и надо будет... громкая музыка, я думаю. Не, повезло, музыки нету, и на том хорошо. Сейчас я переключусь. Вот так немножечко перекину, так, тоже сюда. Как видите, очень много мегапитеков пришлось завалить. Убивали всех и вся. Да твою мать. Вот, чтобы получилось хоть что-то, хоть как-то. Вот, ну, получилось вызвать его, и он заспавнился. Одного завалили, а второго... Начинай. Вот, кое-как его заспавнили, кое-как его получилось завалить. Ой, завалить, господи, еще пока что не завалить. Но кое-как получилось хоть что-то сделать. Вообще думали, что не работает. Писали, что не работает. И в итоге этим по-простому как тварям таких людей нельзя назвать. Потому что люди говорили... они говорили то, что вот не спавнятся они, короче, просто так. То есть то, что чистить локацию бесполезно, они не спавнятся. И потом мы отлетели... и бах, убивают, собственно, этого босса. Господи, хоть глянуть его имя, я уже забыл. Как там? Бакит, точно. Вот. Ой, извиняюсь. В общем, босса убивают, и я понимаю то, что просто этим тварям верить нельзя. Тем, кто пишет в чат о том, что... особенно, когда это касается босса. Ну вот, ну и, собственно, вот второй босс уже здесь, как видите, налетают и, как видите, бьют, пытаются уже, так сказать, такая борьба началась сразу за него. Твою мать! Он булыжником сразу вот кучу дамага наносит, поэтому нужно аккуратнее быть. Эй, стой, куда полетел? Точнее, поплыл. Он на меня не сагрный. Вот, что-то, ну, в общем, 200 с лишним к дамажит он этим булыжником, так что нужно будет быть аккуратнее в этом плане с ним, потому что очень больно. Ну, это Адзака просто в себя всловил такой дамаг и как бы поделился данной информацией. Алло, ты где? А, ты прям подо мной стоишь. А, вон ты где. Давай, короче, я тебя ближе к берегу выведу. Так. Не хочет он за на Адзака как сагрный, он так не хочет переходить. Поэтому чутка и не получается. Ничего сделать, так сказать. Живучий, понятное дело, как и любой из варденов, он живучий. И я считаю, что единственное, что у него... вызывает, так сказать, опаску, это его булыжник, которому он, так сказать, нехило дамажит. О, отлично. Давайте я сразу вам лут покажу. Ой, давайте я шмоточку вас заберу. Вот, ну я, так сказать, лут вам показал, и на том хорошо. Ой, давайте я вот это вот все заберу. А, ну это меховые нагрудники. 5 эссенций он забрал себе. Это, короче, я все забираю, чтобы уже не было. Сейчас надо найти своего, надо найти, где он там. О, я могу на труп встать.
Отлично. Подхватил меня, что ли? А, это мой? Ё, просто это мой, оказывается, был. Так. Что, подхватил я его? Нет, не получилось. Получилось? Получилось. Вот такие вот тягости. Она, видите, все взлетает выше и выше. Ну что ты не зовешь ее? Зови. Зови, блин. Ну что ты? Так. Летит? Куда ж выше, блин? Я около нее был. Бак, смотришь на видео, я был около нее. Может, бак, все дела? Оно вообще на дне! Чё за фигня? Так. Все, бакс ебы. Так, сейчас, короче, отлетим немного. А, во, все, 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 все. Нормально. Блин. Все, отлично, отлично, господи, это получилось. Так, давайте-ка еще раз проверим. Текс. Да, пустой. Все отлично. Убиваем. И труп исчезает. Все. Ух, в общем, вкратце сейчас я вам расскажу, что да как, да где нужно делать. Есть тундра. Давайте я сейчас открою карту. Так, нет, давайте сейчас уже все это решим, что да как да где, и включусь и расскажу. Так будет лучше, я уже с мыслями соберусь тогда. Ну вот, собственно, и все. Наконец-то раскидали, что да как, спросил, все нормально, короче. Дальше у них там уже началась своя торговля, и это вполне обычно. Для, особенно для PvE серверов. В общем, смотрите, суть в чем. О, прикольно. Wonder of Tundra. Вандра. Прикол. Ладно, окей. С этим потом разберемся. Смотрите на карту. Видите, гора, которая, ну, на которой я, собственно, всегда обитаю. Ну, было бы неплохо, не спорю. Вот, в общем, вот эта вот гора, это снежная гора. Вот здесь вот это тундра. И суть в чем? Че? Господи, забить на дебила. Вот. В общем, суть в чем? Нужно зачищать на снегу и в лесу всех мегапитеков. Мы зачищали. Мы думали сначала как? Зачищаешь верхнюю тундру, она там находится. И нижнюю тундру. И тогда он заспавнится. Чёрта с два. У каждой тундры свой, то есть у каждой зимы свой мегапитек. И получается, мы заспамлили их два. То есть Адзака там зачищал, я здесь зачищал, зачистили, но надо было подождать. А мы пошли Рафуса убивать. В итоге Рафус нас убил, потом я смотрю, еще и мегапитека завалили. А именно, как там... В общем, вы помните, в описании видите, как его зовут. В общем, как оказывается, нужно зачищать лес. Именно лес. Вкратце, как я делал, как чистил. То есть я был ответственен за эту территорию. Адзак был за ту территорию ответственный. Но раз получилось заспавнить их двое, значит, я делал все правильно. Я летал вот по этому лесу. Вот смотрите, сейчас за головой. Я головой показываю, где я что летал. И зима.
Убили мы в целом немало мегапитеков. По головам вы можете заметить, сколько мы их завалили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 мегапитеков только я завалил, то есть это я примерно здесь завалил. То есть мы их зачищали, именно зачищали. Появляются, чистили. Было даже так, что четверых за раз я убил. Потому что в одном месте был один, и в другом месте было три. Я их в кучу и завалил. Но не только я здесь один был. Здесь еще был кто-то, и он также убивал. То есть в целом около 15 мегапитеков нам пришлось убить. Точнее, мне пришлось убить. То есть мне и еще плюс тому, кто здесь летал, в целом пришлось завалить мегапитеков. То есть, просто говоря, как там в описании было написано, убейте типа всех, зачистите территорию. Но мы чистили территорию, поняли, что это бесполезняк. И выдвинули такую теорию. А что если нужно убивать именно мегапитеков? Мы еще специально трупы оставляли, чтобы типа он злился сильнее. Не знаю, канает это или не канает, что именно про канал, но трупы мы оставляли. В общем, вкратце, летаешь, ищешь мегапитека, приземлился, убил. Летаешь, ищешь мегапитека, приземлился, убил. Туда-вниз я не спускался, на мост я не поднимался. Летал я именно по лесам вокруг этой горы. Ну и немножко туда вглубь. Но в основном, вот эту вот, назовем ее осень, потому что здесь тоже сраного как холодно, но хоть и лето. Вот, летали именно вокруг этой горы, именно я летал и убивал. Адзака делал то же самое со своей горой. И поэтому, собственно, они и заспавнились. Ничего сложного нету. Даже в описании на Вики написано, что он самый легкий вандер, потому что его самое легкое. Ну, то есть легче всего его найти, потому что его можно вызвать. Поэтому, как бы, проблем как таковое с ним и нету. Ну, такие вот дела. В общем, не знаю, если вам это было, так сказать, полезная информация о том, как вызвать его, как что-либо делать. Ну, я считаю, опять-таки, что, подытожу, самое главное — это убивать мегапитеков. Но, опять-таки же, на, допустим, на драконе, когда летаете, можно и остальных поубивать. Ну, пролетели мимо, дыхнули, а там поубивалась половина. Вот, и все. Самое главное — это зачищать. Если вам говорят, зачищайте пещеры, забейте на них. Они не правы. Если вам говорят то, что он не вызывается, да, на этом сервере он не вызывается. Я вам открою такой секрет. Он не вызывается, и администратор должен был это исправить. Ну, я думаю, что он не исправил, и он все равно вызвался. Даже два их вызвались. Вот, поэтому как бы в этом нет ничего такого зазорного в том, чтобы не верить людям. Вот, все-таки было бы у нас два в итоге мегапитека, точнее, бакита. Два бакита было бы, а в итоге мы получили только одного. Ну, хотя бы только одного успели. Потому что пока я переждал ночь, чтобы вам было именно начать по светлу, чтобы вам было светло, потому что я не люблю гамму включать, чуть у нас не отжали, ну, сами видели, да? Вот такие вот дела. Ну ладно, зато Адзака договорился уже насчет эссенции колобка, и он сможет уже скоро Селестиала себе притомить, именно летуна. Ну и все. На этом все. Вот такое короткое видео получилось. Оно должно было быть очень длинным, но так как я нажал паузу, точнее, я вырубил. Я вырезал все, как мы лутали, убивали и так далее, а это вышло минут на 20, то получилась такая короткая серия. Вот такие вот дела, народ. В общем, если вам это было полезно, то пишите в комментариях. Если было не полезно, то пишите в комментариях. Если вы не согласны с моей теорией, пишите в комментариях. Любое свое мнение пишите в комментариях. Ну а я на этом буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, если впервые на моем канале. Ставите лайк, если вам понравилось или полезное было видео. Делитесь со своими друзьями, чтобы они узнали также ту информацию, которую вы узнали. И все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Стихоплет вообще просто. Пока.